Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. С наступлением холодов для укрепления вашего иммунитета сделайте настоящую витаминную бомбу, которая очень эффективна, но и также очень вкусна. Могут его использовать как взрослые, так и дети. Для приготовления потребуются натуральные ингредиенты. Возьмите 50 грамм чернослива, 50 грамм сушеного инжира, 50 грамм изюма, 50 грамм грецких орехов, 50 грамм миндаля, 50 грамм имбиря, 2 лимона, 0,5 килограмма меда. Измельчите все перечисленные ингредиенты через мясорубку. После того, как вы измельчили сухофрукты и орехи, возьмите 2 лимона и измельчите в мясорубке. Добавьте в эту измельченную смесь меда и все хорошенько тщательно перемешайте. Разложите в чистые банки. Смесь эту храните в темном прохладном месте. Употребляйте ее 1-2 ложки в день. Желательно употреблять утром и вечером натощак. Детям старше 3 лет можно давать по 1 чайной ложке в день. Желаю вам здоровья. Благодарю вас за внимание. Всем пока.